Теперь переходим к нашему главному герою. Сейчас не Трамп главный герой, сейчас Майк Джонсон. Его пытаются все-таки уволить трамписты, чтобы он не вынес законопроект о помощи Украине на голосование. Значит, сам CNN, там, где я вот нашел 18 новостей про Трампа, вот эти цитаты я зачитал, выдал одну новость про Майка Джонсона. Майк Джонсон says he want to resign and right-wing black lash over foreign aid to Ukraine. Он сказал, что он не будет уходить в отставку в связи с тем, насколько его, значит, коллеги по партии, кстати, республиканцы, пытаются в эту отставку отправить. Он сам назвал это все абсурдом, то, что его пытаются отправить в отставку. Вот, потому что, значит, почему снова возник этот вопрос? Потому что второй член республиканской партии, Томас Масси, я думал, что он Месси, я уже думал прямо это, 18 голов сейчас будет. Нет, Томас Масси, а не Месси вовсе, насколько я понимаю, произносится его фамилия, сказал, что он поддержит усилия другой вот этой трампистки, я не помню уже даже, как ее зовут, которая предложила и вынесла предложение, собственно, отправить в отставку Джонсона. Это предложение даже зафиксировано в порядке диенном, как, ну, в смысле, в расписании самого Конгресса, что такое предложение есть. Ну и в ответ на то, что когда этот Томас Масси сказал, что давайте, пожалуй, уволим этого самого Джонсона за то, что он решил помогать Украине, то сам Джонсон сказал вот ту цитату, которую я вам сказал вначале: я никуда не собираюсь ходить, я знал, что я спикер военного времени, и вы что, обалдели, что ли, вообще? Я тут решаю военные задачи. И вообще пытаюсь просто делать свою работу. Значит, Масси сказал за закрытыми дверями своим республиканским коллегам, что он будет ко-спонсором, как бы, вот этого, вот этой ко-спонсором решения о отставке Джонсона. Мэджори Тейлор предложила это, Мэджори Тейлор Грин предложила все это самое, отправить его в отставку, а вот этот Масси решил это самое поддержать. Я, говорит, сам вообще предложил ему, чтобы он сам ушел в отставку, а он говорит: нет, говорит, никуда я не пойду. И тогда я сказал: well, you are the one who is going to put us into this. То есть, короче, говорит, все, а ты хочешь нас такое запустить, все, я тебя сейчас в отставку тогда отправлю. Но что интересно, пока никто другой, в общем, этого не поддерживает среди республиканцев. Значит, что там вообще происходит-то? Сейчас я вам еще расскажу про это все. Просто тут кое-что по-английски, я поэтому так несколько затрудняюсь в синхронном переводе. Масси заявил, что Джонсон должен позволить республиканской партии избрать нового лидера, и только затем уйти в отставку. Утверждая, что сейчас предложение освободить кресло получит большую поддержку, чем в октябре. Да. Этот шаг Масси состоялся на фоне разочарования среди большого блока консерваторов тем, что Джонсон неоднократно обращался к демократам с просьбой помочь принять законопроект. То есть Джонсон будет в принятии вот этих, ну как, они же там республиканцы, получили большинство в Сенате, в Конгрессе, в Нижней Палате. И говорят, ну типа мы здесь будем рулить, а Джонсон берет, идет к демократам. Он говорит: смотрите, ну без вас я закон об Украине не приму, о Тайване не приму, об Израиле не приму. Поэтому давайте так, я его напишу, то вы будете голосовать за. И вот это некорпоративная такая игра Джонсона, и мне понравилась Масси и другой вот этой девушке, Грин. Это и Грин, Тейлор Грин. С другой стороны, Джонсон, он под большим давлением со стороны Белого дома и других законодателей, которые, в том числе республиканских, которые требуют принять все вот эти наши помощи. И вот после неоднократных задержек Джонсон обнародовал план, как вы знаете, это я вам вчера рассказывал, план, который состоит из 4 отдельных законопроектов. Это маневр, чтобы выйти из затянувшегося тупика, в котором оказался вот этот пакет на 95 миллиардов долларов. Он разделил помощь на части, пытаясь обойти вот эту группу республиканцев, которые выступают против представления Украине большого количества денег. Ну, условно говоря, например, не знаю, это я сейчас буду фантазировать. Типа вот, например, Масси готов голосовать за израильский проект, но не готов за украинский, например. А кто-то другой готов за украинский, не готов за израильский. Так в сумме как бы все пакеты и будут, например, подчеркну, приняты. Демократы заявили, что вмешаются, чтобы спасти Джонсона, если республиканцы попытаются отстранить его от должности из-за Украины. Вот.
В частности, конгрессмен Джаред Москович написал в соцсетях: «Моя позиция не изменилась. Масси хочет, чтобы мир сгорел. Я не буду стоять в стороне и наблюдать. У меня есть ведро воды. Мы хотели, чтобы сгорел аэродром в Джанкое. У нас получилось. А Масси хочет, чтобы мир сгорел. Это, надеюсь, не получится. Надеюсь, все-таки, что будет все вот так». Да, сам, кстати, Майк Джонсон, он сказал, что он рассчитывает вот этот законопроект, эти законопроекты подать в пятницу и потом в одном биле подать, передать их в Сенат. Белый дом, который вчера говорил, что не готов рассматривать эти законопроекты по отдельности, сегодня изменил свою позицию. Выразил готовность рассмотреть отдельные законопроекты о финансировании для союзников, в частности для Украины, те самые, которые подготовил спикер Майк Джонсон. Значит, вчера прошел брифинг, и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, известный нам хорошо, уже напомнил, что администрация Байдена не поддержит отдельный законопроект о помощи только Израилю, потому что Украине нужны боеприпасы. Но важно, что Палата представителей достигла, чтобы Палата представителей достигла прогресса на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается деталей, подождем, посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники, Украина и Израиль, как можно быстрее получили необходимую помощь по безопасности. Представитель Белого дома сказал, что позиция администрации по инициативе Джонсона требует тщательного изучения, но на первый взгляд она действительно может помочь оказать необходимую помощь Украине, Израилю и Тихоокеанскому региону уже сейчас в критический момент. Фух, простите, что слегка, может быть, вас запутал, но это очень важно. Это сейчас то, что решает все. Даже сегодня, что бы там ни оказалось в Чернигове, сколько бы жертв там ни оказалось, опять-таки я не знаю. Не знаю, прям в онлайн-режиме слежу. Но если бы у нас были ПВО, то не было бы этих самых жертв, возможно. Или их было бы меньше, если бы у нас были ПВО. А если бы у нас была другая американская помощь, может быть, бы мы сегодня ударили не только по Джанкою, но и по другим каким-то объектам.